Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами video-shopper.ru. Сегодня к нам в студию попал очередной планшет, который мы рады видеть. Его имя Samsung Galaxy Tab 470. Чуть больше, чем смартфон, но чуть меньше, чем обычный планшет. Давайте взглянем, насколько он удобен и полезен. И как всегда, начнем с комплекта. В коробке с самим планшетом лежит документация, наушники, зарядный блок и USB-шнур. Одним словом, стандартный набор. Когда вы купите планшетный компьютер у нас, то получите тест-драйв в течение 14 дней, подробную навигацию с картами России, пакеты с более чем 60 полезных программ и более 100 увлекательных игр. Подробности по телефону на экране или на сайте video-shopper.ru. Модель представлена в привычных черном и белом цвете. Задняя крышка имеет фактурное покрытие и очень приятная на ощупь. Корпус окантован серебристой каймой. Размеры устройства позволяют комфортно смотреть фильмы и читать веб-сайты, удерживая планшет одной рукой. Собран планшет очень добротно, скрипов и посторонних шумов не выявлено. Экран планшета выполнен по технологии TFT и имеет диагональ 7 дюймов с разрешением 1280 на 800. Сам экран обладает ярким и четким изображением с возможностью регулировки. Углы обзора, как и полагается Samsung, на высоте. Смотреть фото, видео и серфить в интернете очень приятно. Вверху экрана находится глазок фронтальной камеры в 1,3 мегапикселя. Рядом динамик. В нижней части экрана три кнопки управления. На верхнем ребре разъем для наушников стандартного диаметра 3,5 мм. На противоположном вход для зарядки, он же USB. Справа расположились кнопка включения, качелька громкости и прикрытые заглушками слоты под сим-карту и карту памяти microSD. Да-да, этот планшет можно использовать как телефон. Немного, конечно, большеват, но всегда пригодится. На тыльной стороне поместилась основная камера и динамик. Посмотрим, что находится внутри этого планшета. Аккумулятор встроенный, его емкость 4000 мАч. Такие цифры дают нам смело часов 10 бесперебойной активной работы, а в среднем режиме он спокойно может жить без подзарядки почти сутки. Что касается железа, то здесь 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц. Оперативной памяти 1,5 ГБ, встроенной 8 ГБ. За счет слота microSD имеется возможность ее расширения до 64. Со своими функциями планшет справляется на отлично. Все работает очень хорошо. Samsung Galaxy Tab 470 работает под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat с фирменной оболочкой. Впечатления от использования только приятные. Работает все очень четко, тормозов за время тестирования замечено не было. Стоит отметить наличие режима мультиокна. Он позволит разделить экран в нужной пропорции между двумя параллельно запущенными приложениями. Многопользовательский режим планшета позволит вам без проблем использовать устройство каждому из членов вашей семьи. С собственной учетной записью, собственным оформлением, настройками и файлами, не мешая друг другу. Откликается все довольно шустро. Также присутствует функция, которая следит за вашими глазами. Это позволяет девайсу оставлять подсветку дисплея включенной, если вы смотрите на него. Приложения в принципе стандартные. Радует встроенный музыкальный проигрыватель. Здесь все распределено по папкам. Исполнители, жанры, плейлисты. Звук хороший, яркий. Видеопроигрыватель тоже отлично справляется со всеми своими функциями. Все приятно и доступно. Заметки, календарь и файловый менеджер не заставляют ругаться при пользовании устройством. Основная камера на Galaxy Tab в 3 мегапикселя без вспышки. Помимо основных настроек, которых тут не так много, имеются интеллектуальные режимы съемки. Видео камера записывает в HD с частотой в 30 кадров в секунду.
Но этого инженерам Samsung показалось мало, и они сделали из планшета еще и телефон. Поэтому можно смело вставлять в него симку и прикладывать эту махину к уху. Для тех, кто не любит эпатаж, подойдет гарнитура. Комплект беспроводных сервисов вполне стандартный. Wi-Fi, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, USB. Когда вы купите планшетный компьютер у нас, то получите тест-драйв в течение 14 дней, подробную навигацию с картами России, пакеты с более чем 60 полезных программ и более 100 увлекательных игр. Подробности по телефону на экране или на сайте video-shopper.ru. Подводя итог, можно сказать, что Samsung Galaxy Tab 4.7.0 хорош с очень многих сторон и отлично подойдет тем, кто до конца не может определиться, чего же он хочет – планшет или смартфон. Великолепный экран, красивый дизайн, легкий по весу и долгая автономная работа. И еще по нему можно разговаривать. Ну разве он не класс? Обзор подготовлен интернет-магазином video-shopper.ru. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Удачи в выборе! Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.